Всем привет, дорогие друзья, с вами Ктархонт, и мы начинаем проходить игру Urban Empire. Было обзорное видео, оно вам понравилось, и вот по вашим просьбам я начинаю проходить эту замечательную, недавно вышедшую игру. Градостроительный симулятор, ну хотя больше это симулятор мэра, как там называют. Нам удалось попробовать семью Шуйских, в целом у него неплохие качества на начальном этапе. Ну вот мне интересно, знаете что, давайте глянем вот так вот. Какие у него оптимизм, репутация, личностный рост, базовое значение и наместник императора, то есть это у нас Килганоны. А вот у Сан-Элиас, да, давайте посмотрим. Здесь вот мне понравилось то, что прогрессивный, смотрите, интеллектуальный капитал. И потом, ну, взаимодействие с пожилыми на самом деле. Авторитет плюс 2. Отшельничество. Давайте все-таки Килганонов возьмем. Пробуем за них. Да. Три мыса разнообразных, три места. Давайте начнем мы все-таки с Римини Швейцарии. Без обучения, в принципе, там вначале ничего такого сложного не дают. И мы уже проходили его в обзоре, попытаюсь сам. Сразу же говорю то, что это записывается, можно сказать, без всяких обучений. Я еще мало чего знаю по этой игре. Поэтому от вас все советы приемлются. Кто успел наиграть, кто успел найти интересные фишки, возможности и все прочее. В обществе, в котором один живет за счет других, первых порождает высокомерие, последних отчаяние. Конор Килганон. Такие вот цитаточку ему добавили. Ну, простой мужичок, как я вижу, кстати, с бакенбардами, прошу прощения. Чем-то даже как у Пушкина, да? Красавец, еще бы и поэтом был таким же. Ну, я про Конора. Так, Конор, варвар. Почему мне напомнило и новую игрушку по выживанию, которая скоро выходит, ну не знаю. В целом, в чем суть? Мы сейчас построим первый район, будем его развивать. И как я вроде уже успел узнать, то что тут надо спамить районами. То есть надо новые районы настраивать. Иначе доходы все будут минусоваться. До третьей или четвертой по их, что ли, это единственное, что я пока нашел. С таких интересных фишек. Но сам игра, деле не сказать, что игра это взорвала что-то, бумы и все остальное. Кейзершафен мы строим. Но в целом игра интересная. Так, выделили 500 талеров. Отлично, создать свой первый район. В целом здесь много, как говорится, места. То есть, ну давайте я покажу. У нас очень достаточно большое место для того, чтобы воздвигать наш город. То есть, видите, просто огромное пространство. Все, которое мы можем застроить с вами вполне без особых проблем. Так как я люблю начинать все подряд, давайте сразу отсюда и начнем. Первый район, нам надо его сделать и хорошим, и при этом не особо большим. Нам предлагают вот такой вот. Может даже и больше, но видите, мы уже площадь района слишком большая. Мне еще не нравится то, что мы вот немножко съехали. Давайте вот так вот сделаем. Вот. Либо так, да, предлагаете. Ну вот, ребятки. Вот. Ну, давайте сделаем вот так. 296 тысяч плюс 34 тысячи в месяц. Думаю, выйдем, да? Сразу же автоматом тут распределяются зоны. Мы пока их не можем никак изменить. То есть, видите, здесь смешанные территории, жилое и промышленное. Все автоматом. Хотя, видите, потребности везде свои разные. Ну что, ставим ратушу для первого района. Это необходимо. Можно еще в любое место воткнуть ее. Не знаю, наверное, все-таки начнем со смешанной территории. Ну, кружочек, ну, станет нормально. Стала ратуша наша. Применяем, подтверждаем и предлагаем район. А, естественно, нам Бичдейл, либо как его. Ну, отставим Бичдейл, наверное, да? Пускай будет красивое название. Потратим личные средства. Все, у нас денег уже нету своих. И мы можем уже начать исследовать общий прогресс. С самого начала у нас пока 7 всего-навсего интеллектуального капитала. По 58 месяцев у нас будет исследоваться что-нибудь, что тут есть. Настройка застройки нам откроется, если мы исследуем эту вещь. На самом деле очень интересно, но не знаю, спорный момент на самом деле, по-моему. Я вот всегда думал, что с чего лучше начать. Окружение для всех граждан, газовое освещение, все остальное, химическая промышленность, газовая инфраструктура, мощеная дорога. Обеспечит район газом, украшения, уличный фонарь. Давайте начнем, наверное, все-таки с органов безопасности. Как-то мне они больше понравились. Бичдейл наш готов. Сейчас он будет постепенно застраиваться. Давайте выберем скорость четвертую. Отлично. И сразу же к городскому совету идем. У нас тут несколько партий. Как видите, вначале они вроде бы всегда одинаковые, если я не ошибаюсь, 26, 7 и 28. То есть демократы с физиократами поровнее. И там слегка национальная партия где-то. Сразу же давайте возьмемся за налогообложение. Поднимем его. А, пока, в принципе, ничего еще не выросло, точно. Давайте подождем, пока хоть первые наши дома построятся, первые жилища,
первые люди, как говорится, заселятся сюда, потом уже хоть начнем этим делом заниматься. Пока, видите, да, минуса наш бюджет идет. Но что поделать? Поначалу, как говорится, пока еще народ нет. Но бюджете, кстати, позволяет нам еще держаться. Так, хорошо. Поехали, налогообложение повышаем. Предложить. Поднимаем на 1-2-3%. Нас вполне поддерживает. И если мы... А, нет, уже начинаем, они уже начинают сбагриваться, да, то есть... Но я бы вот на 13 поставил, предложить налогообложение. Колеблются за против, окей. Давайте сразу же немножко вмешаемся в дела этой партии. Это у нас национальная партия, да, ну, однозначно физиократы за и против как-то Швейцария, национальная партия. Давайте мы на позитивных эффектах вашей должности, отлично. Так, тебя тоже бы надо сюда. Постепенно начнем сбагривать. На совет можно влиять. Не так идеально, конечно, как хотелось бы. Приходится прибегать много к чему, но пытаемся. Устроить личную встречу с председателем. Отлично, без потерь. Так, в городском совете. Тут вообще, на самом деле, действия для каждой партии, как я понял, по-своему решают. То есть, каждая партия по-своему реагирует. Городу это необходимо. И поэтому надо каждой партии искать какой-то свой подход, какие-то свои решения. Каждой партии интересно. Так, недоверие. Партия физиократов жалуется на ненадежность свободной демократической партии. Что вы ответите? Пишите, что можно доверять. Вот отношения с физиократами, да, плюс 3. Мнение. Низкий уровень занятости, нежилое, партия физиократов влияет. Так, давайте смотрим. Ну что, у нас, в принципе, сместили сюда уже национальная партия, здесь эти, и вот этих бы можно еще чуть-чуть сместить. Что мы с ними сделаем? Так, это обратиться во время публичного выступления. Горожан с большей эффективностью проголосуют за эту партию. Нет, меньше, да? То есть мы демократов постепенно унижаем таким образом. Отлично. Эффект, конечно, не такой большой, но зато демократы меньше теперь поддерживаются. Отлично, здесь мы на позитивных эффектах. Так, уже меньше. Но зато они за. Все. Можно дальше не бороться, в принципе, они уже согласятся. Ну, я уверен. Городской совет согласился, да? Ну да, в принципе, да, начинаем голосование, смотрим то, что мы с небольшим перевесом, но все-таки победим. Да, ну, кстати, нормальный перевес. Покидаем зал совета, спасибо большое, ребятки. У нас теперь плюс. Органы безопасности. Администрация готовится к созданию профессиональных органов безопасности. Они должны сфокусировать свою работу на полиция, пожарная ли поликлиника. Ну, смотрим, на самом деле сложно решить, что на самом деле вначале нам стоит. Я думаю, все-таки на поликлинике, хотя нет, здоровье нормально, давайте на полиции. Тем самым мы расходы на полицию уменьшим и бонус безопасности для полиции возьмем. Отлично. Хороший бонус, минус 25 на содержание, он очень нам не помешает, в общем. Так, ну, первый район у нас живет, у нас тут немножко промка страдает, но мы с ним ничего сделать не можем, извините. Так, а вообще, что я сижу? Сижу в районе, даже не строю школу, и я вообще что-то уже... Подождите. Подожди, уберись. BGDL, изменяем район и среднюю школу-то надо построить, ребятки, вы что? Сижу такой, главное, спокойненько, типа, а, ну ладно. Так, жилых у нас типа много, да, то есть мы можем жилые районы задействовать. Давайте вот, наверное, а, тут смешанный. Блин, обидно. А сюда мы воткнем район. В принципе, воткнем сюда район. Давайте сделаем вот так вот. То есть у нас будет вполне себе население радоваться. Давайте вот в этот угол. Так, вот 3 дома придется снести. Ну, что поделать. Так, в принципе, все за, поэтому предлагаем. И нормальное голосование. Личные средства пока тратить не будем. Школа нужна однозначно, потому что людям-то надо где-то учиться. Но они однозначно за изменение района будут, то есть без вопросов. Здесь, да, в принципе, без нашей помощи все за перекочевали. То есть подумали такие, ну да, надо. Красавцы. Отлично, молодцы, покидаем это дело. Все, школа у нас есть, люди у нас образование получают. Максимальный радиус действия и вторичный радиус. В целом, да. Так, охрана труда у нас готова. Клиника. У нас исследована клиника. Теперь бы нам надо, где у нас церковь, полицейский участок. Вот, термодинамика. Берем термодинамику с вами. Отлично, выходим на главный экран. И я уже думаю о том, что нам бы пора застроиться новым районом, так как у нас этого мало. Так, и район явно стоит застроить где-нибудь вот тут вот. Ой, как-то он не очень красиво выглядит. Подожди.
Давайте начнем вот, ну где ты тут готов? Во. Вот до сюда ты готов, да? Или чуть подальше даже. Вот, 349, ой, дорого. Давайте поменьше чуть сделаем район. Ну, хотя так вот... Хотя, в принципе, не очень-то и дорого. 316 тысяч, думаю, наш бюджет вытерпит, да? Вытерпит, я уверен. Вот, так вот. Подтверждаем. В целом, более-менее все за. Пока я строить здесь ничего не буду. Хотя вот среднюю школу... А, нет, средняя школа будет влиять, да, на них? Да, влияет как раз на все жилые зоны, отлично. Клинику пока тоже ставить не будем, хотя здоровье не помешает, но клиника дорого пока стоит. Давайте подтверждаем и предлагаем район. А за колеблются, ну, в принципе, нормально, окей. Давайте посмотрим, попытаемся поддержать вот этих вот ребяток. Городу это необходимо. Ну да, все, дальше я даже мучиться не буду. Там и так понятно, что мы победим. Дела процветают у промышленности, у всего остального. Идеально. Вот мне тоже не нравится то, что вот эти вот решения, которые здесь высвечиваются, они не появляются. То есть, да, можно на самом деле их и не заметить. Это очень проблемненько. В целом, все партии в большинстве своем за нас. Покидаем, у нас новый район. Партия физиократов побеждает на выборах. На втором месте национальная партия. Стекло победило керамику. Умер император Наполеон. Умер в ссылке. Интересно. Риджборо и Бичдейл. Два района у нас. Прекрасно. Так, минуса в деньгах. Вот это плохо на самом деле. Я не хочу, чтобы мы займы брали с самого начала. Но если так дальше пойдет, то придется, походу. В настоящем предлагаю запретить внимание для определенных работ детей. Да, поддержаем. Поддерживаем это дело. Новый закон. Так, термодинамика. Администрация города должна принять решение о интерьере новой железнодорожной сети. Швейцарийский, имперский, либо аскетичный. Имперский берем, поддержку краску физиократов получаем. И у нас минуса в деньгах, да, вот это плохо. Сейчас нам могут выдать и проигрыш, вполне себе. Ну и ладно, все бывает. Начало порой бывает тоже неудачное. Я, скорее всего, поторопился с созданием нового района. Надо было более-менее тот улучшить, да. Ну да, видите у нас. Хотя... Нет, все-таки в минус. Да. Или нет. Прям на грани, знаете. Национальная партия считает, что налоговая ставка для низшего класса слишком низкая. Советую увеличить налоги низшего класса. Да, немного. В принципе, согласна. Вот. В итоге мы получим на 2% и поддержку партии. И голоса за нее. Вот. Прям на грани, ребят, знаете, вот просто на грани осталось. Еще бы чуть-чуть, и мы могли бы продуть. Сейчас, потеряв все деньги, но в целом нам удалось. Отлично, просто, просто, ну, удачу, знаете ли, сыграли, а просто на чуть-чуть, вот реально. Голосование изменения налогов. Все согласились. Ну, как все, более-менее. А демократы против, да? Да, я же сказал, демократы против, ну, это понятно. Как... Так, 2%. У нас в целом должно это лучше сказаться на доходах. Ну, да. Но же в основном все бедняки сейчас. Вот, мы получаем бонусы. Так, исследовали термодинамику. Теперь нам дальше, то есть, исследуется. Вот мне бессмертный процесс на самом деле нравится, так как здесь откроется настройка плотности и некоторых отраслей промышленности. С другой стороны, очень хорошо здесь смотрится открытие настройка застройки. Давайте настройку застройки сделаем. 50 месяцев, конечно, долго, но... Надеемся, что нам это... Так, пары скорость. Построили железную дорогу. Скоро запустят поезда, чтобы обеспечить быстрые перевозки людей. Кто знает, каким изменениям это придет. Что вы думаете о железных дорожных? Ага. Говорят, они опасны, поезда и транспорт. Будущее все граждане должны иметь доступ к железнодорожному транспорту. Популизм, да, усиливаем. Вот эти вот эффекты тоже надо бы всегда знать, что они дают, потому что на самом деле много чего от них можно получить. Школа должна действовать на этот регион по логике. Вот, по логике вещей она должна действовать. Я очень надеюсь, что он реально действует, и не надо расстраивать в каждом районе службы. Золотое будущее. Мир вошел в бесконечную эпоху процветания. Угу. В Соединенном Королевстве открыта первая общественная железная дорога, и талант писателя прославляет Швейцарию. Угу. Прекрасно. Нам-то только что от этого. Странный подарок. Вам отправили подарок с одного из тропических островов в Карибском море. Вам отправили в порт и вид, что вас ждет живая лама с запиской. Поздравляю с назначением на должность мэра. Желаю долгой и успешной карьеры. В доказательство моих добрых намерений посылаю вам Гектора. Лама Гектор. Берегите его с уважением Пенультиму. Откуда с тропических островов? Мне кажется, отсылка к тропику даже небольшая. К
Конечно, берем. Получаем сами авторитет и бонус для развлечения плюс один. Отлично. Это даже неплохо и сказалось. Так, а теперь бы нам надо новую службу, но 19 тысяч месячный бюджет мне не нравится. То есть он маленький. Маленький месячный бюджет, ребятки. Изменить район. Почему я в изменение района зашел в итоге не туда? Изменить район, и что мы можем сюда добавить? Полицейский участок, безопасность повысить, да? Можем повысить клинику, здоровье. Содержание 21, 14 и 18. 18 тысяч мы себе можем, то есть полицейский участок вполне позволить, и в целом он будет у нас защищать даже много чего. Можем поставить куда-нибудь сюда, но промышленность забьем. Хотя промышленность вроде как у нас хватает. Да. Ой, а как много домов-то придется сносить. Но зато, смотрите, мы получим бонус к здоровью. Безопасность района. А нам это надо вообще? То есть мы 19 тысяч сейчас потратим, ничего особого не получив надо? Мне кажется, нет. Подтвердите. Давайте пока накопим деньги. Как, за? Да, за. Ну, надо вмешиваться иногда в дела партии, но в целом они обычно голосуют более-менее так лояльненько. То есть я это заметил, поиграв совсем чуть-чуть. Интеллектуальности наша больше стала, да? Дети больше не смогут работать на стройках. Мне кажется, вы должны радоваться этому. Акт об охране труда. Что он нам даст? Бонус для работающих зданий, безопасность. Необходимый уровень продаж плюс 5. Лицензированная алкогольная продукция. Городскому бюджету. Эффект, да? И лицензированная продаж сигарет. Угу. Давайте охрана труда. Предлагаем. Смотрим, что у них по этому. Давайте немножко вот этих поддержим. Личную встречу с председателем. Вот, отлично. Все, здесь однозначно будут на нашей стороне. Ну сколько? И 22, и 27 против 12. Фу, смешно. Так, другие указы. Опять же, доступные. Лицензированная алкогольная промышленность. Вот мне нравится то, что доходы здесь. С другой стороны, не знаю, сможем ли мы это войти. А здесь он больше всего, да? Тут еще и при этом эффект необходимый уровень продаж, изменение ежемесячных расходов городского бюджета. Необходимый уровень продаж. Давайте тогда пока мы возьмем вот эту вот алкогольную продукцию. Окей, предлагаем алкогольную продукцию и поддержим вот этих вот ребят. Пригласить лидера партии на ужин. Уже не так сильно влияет, ну понятно. Так, ну здесь тоже войдем, устроить личную встречу с председателем. Вот. Прикольно. Все, я думаю, можем их оставить на автоматике, так скажем. Они и сами там разберутся. Так, на народ на Эмират, мы же запретили работу. Ой, авторитет что-то упал. Поколение. Городской совет готов. Телеграф. Муниципальный расход, либо частное пользование телеграф. Давайте частное пользование возьмем. Что мы получим? Во! Расход на почтовое отделение. Отлично. То, что я выбирал первый вариант, там давали там наоборот. Ну, такие себе бонусики. Ну, против нас демократы, понятно, мы не с демократами пока не по дороге. Нам нужны деньги, нам нужна власть, понятно. Так, ну здесь тоже опять демократы против нас. Ну, как говорится, ничего не меняется от голосования к голосованию. Мы выиграем все, несмотря ни на что. Так, 21 доход. Партия физиократов побеждает, на втором национальная партия. Во! В Швейцарии издана книга о современном Прометее британского романа. Ох! Жалко, что там больше ничего нельзя прочитать. Что-то таки мелким шрифтом неразборчивым. Публике показаны божественные машины. Сегодня император олицезрел так называемые локомотивы, приводимые в движение паром. Духовенство приветствовало их как доказательство величия Творца. Ну, конечно, именно Творец помог, как сказать, конечно. Я прям молчу. Все дело в Творце, и именно благодаря нему они созданы. Ну ладно, не будем об этом. Радиус действия службы, мы его видим. Так, а что с тобой? Бизнес поддержать. Консерваторы провоцируют вас. Для Мамонда простолюдина на посту мэра как бельмо на глаза. На глазу. Они используют любую возможность, чтобы упомянуть ваше низкое происхождение или поставить вас в неловкое положение. Сосредоточено изучение этикета. Дать отпор, оптимизм откровенным противникам. Во. Мы репутация свободной демократической партии. Ценят ваши старания. Опа! Отлично, как подошли. Так, телеграф исследовали. Так, что мы можем? Фотографию, да, взять? Открывает шпионаж. Вы можете шпионить за политическими партиями и добывать компромат.
Ох, как хорошо, тогда театр получаем. Право человека. Либо Бессемерский. Давайте Бессемерский возьмем, я очень давно на него смотрю. Мне хочется посмотреть, что он нам даст. Так, 22 тысячи, 23 уже, да, бюджет местный. Ух, как хорошо-то растем. Давайте еще один район создадим. Я думаю, тут никто не против, на самом деле. Все только за. Вот, какие у нас, конечно, районы странные получаются. Все. Можем чуть побольше сделать. Вот. А мне интересно, почему у нас нету сеток? А, недопустимая форма. А он все равно не может ее воспринять. Ну, чтоб тебя. Давайте создадим более удобный район, раз он с таким не может работать. Ну, давайте вот отсюда, да, начнем. Я, конечно, не хотел этот прогал оставлять, но раз такое дело, как говорится. Полная территория. Площадь район слишком большая. Недопустимо. Ну, чтоб тебя, а. Ну, давай. Давай вот такую создам. Что тебе не нравится, дружочек? Все равно недопустимая форма. Ну, сейчас мы с ним, надеюсь, разберемся. Ладно, давайте с третьей попытки. Давайте вот сюда вот. Куда-нибудь сюда тогда его. Ну, давай, дружочек. Давай, я тебя верю, что ты сюда куда-нибудь встанешь. Ну. Ну, серьезно. Ну, серьезно. Дружочек мой, ну чего ты? Вот так вот, да? Там, конечно, застройка будет странной, но... Окей, подтверждаем это дело. 41 тысяча. Во, можем уже настроить. У нас в чем потребность? В жилых, в принципе, да? И в коммерции у нас достаточно. Ну, оставим, наверное, стандарт тогда, да? Да, оставим с вами стандарт. Подтверждаем и подтверждаем. Пока ничего тут застраиваться не будем. Предлагаем Рен, они все согласны. Нормальное голосование, окей. В чем суть? У нас школа будет здесь? Да, школа у нас действует даже на вот эти вот районы. А что у нас тут еще есть? Полиция? Вот вроде бы я полицию уже ставил. Погоди. Или я не ставил полицию? Что-то я путаюсь. Здесь же стоит полицейский участок где-то. Или я до него так и... А, я до него так и не дорос, точно. Я хотел, но нет. Я хотел, но это не сделал. Так, окей. Подтверждаем, начинаем голосование. Ну, тут банально и понятно. Тут все за. Единички лишь против. Покидаем это дело. Сейчас у нас минуса пойдет на время. Но в целом небольшой минус такой. Минус 17. Сейчас его решим. Да, быстренько. Ну реально, спам новыми районами решают. То есть, ну здесь нету каких-то проблем с повстанцами, еще с чем-то, как в тропику. То есть, где за этим всем надо следить. Здесь все нормально, уже плюс. Так, совет. Законы не приняты. Финансирование служб. Сами себя финансируем. Окей. Зачем налогообложение? Подождите. Я хотел вот лицензированная продажа сигарет. Угу. Давайте пока оставим, не будем с этим мучиться. Я не знаю, напишите, кстати, по поводу, надо ли этот закон принимать, даст ли он нам что-нибудь вообще полезное, либо что-нибудь в этом роде. Население города, ох. Победный этап, невероятное процветание. А что нам это дает вообще? Что нам дают вот эти вот победы? Вообще они как-то... О, жертва наркотиков. Бичдейл, настоящий рассадник-преступники. Жители могут заняться благодарить, чтобы помочь бедным добавить стоимость городских средств. Добавить полицейских патрулей. Бонус для района, да? Бичдейл. Минус 2, минус 2, минус 1. Нам надо что-нибудь еще, да, построить? Так, у нас потребность жилых, зато потребность в промышленных, в принципе, и в коммерческих не такая большая. Бессемеровский процесс. Так, новый метод обработки позволяет удешевить производство высококачественного металла. Вы хотите убедиться в высоком качестве.
необходимый уровень продаж и необходимый уровень продаж на это. Я не знаю, хорошо ли это или плохо, на самом деле, то, что мы сделали. У нас уже 51 тысяча. 51 тысяча, ребят. Каждый месяц. Давайте мы создадим еще один район. Боже мой, мне нравится создание районов. Они просто жесть как что творят. Вот на самом деле. Давайте вот сюда вот район запихнем. Вот, такой вот район, подтверждаем, все за, просто такие, да-да-да, мы такие, конечно, соглашаемся, предлагаем район потратить личные средства. Давайте потратим личные средства. В данном случае даже нас никто спрашивать не будет. И мы получаем еще один район, и месячный бюджет от этого не страдает, а сейчас еще увеличится будет. Почетное членство. Партия физиократов согласится. Ну, зато мнению физиократов больше, отлично. Так, я думаю, нам пора инфраструктуру, да, сами построить. То есть, учреждение есть, вокзал. Получаем единичку к городскому индексу личности и единичку к развлечению. Но вокзал будет стоить 2к. Ух ты, боже мой, а нам нужен? Давайте пока подожду, ребят, жду от вас советов, надо ли это вообще дело. Мне кажется, что такое себе на самом деле. Ну, ладно, посмотрим. Так, изменить район, добавить службу. Ой, нет, не то. Добавить службу. Так, клиника, ну, с этим все нормально, с полицейским тоже. Средняя школа более-менее. Церковь нет. Клиника, вот клиника, да, я смотрю то, что клиника нам необходима. Давайте клинику вот сюда вот запихнем. Вот сюда вот. Можно тебя как-то аккуратнее поставить, чтобы ты не так много снесла. Ну ладно, нельзя походу. Подтверждаем, я думаю, они согласятся на это дело. Ну, конечно. Чтоб они еще не согласились с таким делом-то. Как красиво-то. Свадебное путешествие. Вы сделали предложение леди, за которой долго ухаживали, и она согласилась. Погоди, а почему я об этом только сейчас узнаю? Свадьба стоит через несколько месяцев. У кого будет, вы первый в семье, у кого будет свадебное путешествие, но в конце концов уже мэр, и вам положено. Короткий медовый месяц. Физиократы хуже, зато прогрессивность улучшаем. Ох ты, я не знаю, зачем этот выбор был сделан. 50 тысяч уже, 51. Изменение района, соглашаетесь? Соглашаетесь, ну конечно, все за почти. Ну почти все, ну троечку, ну четверо против, ладно. Ладно, 6. Ладно, шестеро против, так уж и быть. Зато мы построили с вами, где это здание? Вот оно, нет, подождите, вот оно. Клиника, и в целом у нас здоровье становится лучше. Ну, мы не зря этим занимались. Мы за наших лицензий на продажу сигарет. Ага, настоящее время магазина. Чтобы продать сигарет, вы не против этого? Нет, для этого магазин должен получить лицензию. Вот. Давайте сделаем так, чтобы все-таки примем эту лицензию. Мне сами ее предлагают принять. А мы не будем сюда вмешиваться. Да, не будем. Давайте посмотрим, как сами придут. Мы же не парились с этим, да? Сейчас тоже посмотрим, как это выглядеть будет. У нас прям уже такие районы-то прям растут и растут, ребятки. Да, начинаем голосование в целом без проблем. Ну, как всегда, демократы против, все остальные за. Мы просто радостные. Получаем свой плюсик и минуса к доходу, да? Личный бюджет немножко стал капать. Ну ладно, бывает. Так, бессемеровский процесс у нас открылся, отлично. Че, мы возьмем газовую инфраструктуру или она нам нафиг не сдалась? Че там, санитарные условия, медицинская промышленность, аптека, канализация, водопровод, бесплатная бригада пожарных, финансирование водопровода. Давайте права человека. Я хочу права человека. Или все-таки... Ладно, давайте газовую инфраструктуру сделаем. Ну как же, люди без газа-то как-то жить-то будут? Вот именно, что никак. Так, ну еще один район, да, создаем. Ага, чтобы как можно больше всего в него вошло. Но я понимаю то, что мы такого сделать не сможем. Давайте как-нибудь... вот так вот, да? Сломаем немножко мозги автоматическому распределению компа. Ага. Да, он сломался. Однозначно, он сломался. Я же сказал, он сломается. Это было ожидаемо. Во! Отлично, смотрите. А если сетку сделаем... Вот. Плотная сетка добавляет дорогу. В целом больше она ничего не меняет, поэтому давайте такую сетку предлагаем. Плотные застройки района.
А мы пока менять среднее, да? Ух ты, стоимость, смотрите. Стоимость резко меняется на миллион содержания с 15к до 117. Давайте пока оставим низкий, ладно? Потому что я боюсь, с такой плотностью мы сейчас пока не влезем, ладно? Я в следующей серии, если пойдем, то там уже возьмемся за это. И среднюю школу давайте тоже впихнем сюда. Как видите, она уже не действует. Среднюю школу впихнем вот, наверное, вот сюда вот, да? Все-таки, чтобы у нас еще ближайшие районы потом задействовались. Все, подтверждаем. Предлагаем район, нормальное голосование. Окей, 56 тысяч, влезем. У нас даже сейчас, в принципе, особой минуса не будет, у нас еще доходы с того. Мост. Строится новый железнодорожный мост, но выдержит ли он вес поезда? Депутат из консерваторной партии Джозеф Вайнтристер отлично скомпрометировал проект, сказав, что поезд обрушится под первым же поездом. И многие его послушали. Несколько дополнительных конструкций. Да, безопасность. Отлично. Ну, я прислушиваюсь к своим однопартийцам, в кавычках. Ну, конечно, в кавычках. Так, предлагаем район, они соглашаются. Просто 36 к 4. Ну, это... Ой, извини. Это вообще идеально просто. 30, да, 56 к 5. Ну, ладно. Подумайте, небольшая разница. Все, пошла застройка, тут школа работает, она тут всех обслуживает, ну почти идеально, не соприкасается, правда. В настоящем предлагается наделить женщин правом собственности. Так держите, я что, против что ли? Политики предлагают наделить женщин правом, да? Линчевание пророка Джозефа Смита, пропал священный артефакт, и эфир используется как обезболивающее при операциях. Уже неплохо. Свободная демократическая партия побеждает? Чего? Погоди. Демократы, 21, 20, они все поровну, смотрите-ка, у нас партии сравнялись, то есть я, в принципе, ни одну из партий особо не поддерживаю, и партии начали сравниваться, то есть газовая инфраструктура, парижская, венская модель, давайте венскую модель, мы же все-таки из Вены, мы же будем Вену поддерживать, ну, логично же, да, смотрите, бюджет в плюс, несмотря на то, что мы и школу, и все, район застраивается. Смотрите, у нас уже свой город какой. Аж 5 районов в нашем Новой Швейцарии, да, в нашем Соединенном Голове. Во, облако прогресс. Уличный фонарь готов. Фотография. Права человека. Права человека. Давайте возьмем право человека. Права человека. Давайте право на собственность докачаем, и я думаю, мы будем заканчивать эту серию. Ага, она в принципе получилось вроде бы удачно. Мы чуть, конечно, не сгинули в начале, но сейчас у нас уже месячный бюджет, да и, в принципе, запасы городских средств просто дичайшие. То есть у нас сейчас еще промка тут застроится, и будет вообще прекрасно. Я думаю, нам это удастся. Правый человек, это там как? Ой! Я обожаю наш совет. Он просто всегда за меня. Это не то, что в тех же самых крестоносах, где они все время против. Здесь они все время за меня. Хочешь, делай, хочешь, нет. Они все равно согласятся. Начинаем голосование и... Видите, победа просто. Кто тут против? Демократы и националы. Да, а партия физиократов только за. Социальное взаимодействие женщины. Интеллектуальное кратуше. Ой, а мы получаем, смотрите-ка, мы сейчас получается то, что 15 научных исследований. О, принят закон. Доктора должны мыть руки после работы с трупами. Серьезно? Ну ладно, это правильное решение. Бунт Веня. Меттерних подает в отставку, император бежит в Швейцарию. Император к нам бежит? Ой, это плохо. Ну что, ребят, давайте на этом заканчиваем. У нас уже доход в 60 тысяч, у нас 15 интеллектуального потенциала, 5 миллионов накопленных средств, огромнейшая территория по городам, по районам. Мы будем расширяться дальше, я так понимаю, это работает хорошо, то есть чем больше районов, тем лучше. Мы этим с вами живем, у нас, кстати, есть возможность разместить вокзал. Напишите по поводу, надо ли нам это вообще добро или не надо. Вроде бы и так неплохо, конечно, развлечения не помешают, но в целом у нас все более-менее, народ доволен. И 3226 населения города. Ну что, всем большое спасибо за просмотр, не забудьте поддержать видео лайками, своими советами, комментариями, и всем до скорых встреч. Пока-пока.